Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать вот такую вот красивую фиалочку. Сорт называется Психоделик Шоу. Это химера. Цветы такие яркие, нарядные. Эта химера всегда цветет шапкой. Цветоносы крепкие, то есть они не разваливаются по розеточке, а держатся таким букетиком в центре всегда. Цветение длительное. Сегодня я эту химеру размножала пасынками. Укоренила 3 пасынка. Вот они, красавцы. Пасынки у меня так удачно располагались на розеточке, что, сняв эти пасынки, у меня розетка осталась ровной и красивой. Притом, при всем, пасынки заложились вот здесь вот на нижнем ярусе листочков в пазухах. И, в общем-то, тут пасынки росли, а тут цветоносы. Вообще, такое редко бывает. И я очень довольна. Притом, при всем, когда я сняла пасынки, я еще обнаружила вот такое вот чудное чудо, о котором я слышала, но у себя никогда не встречала. Смотрите, вот он цветочек, да? Вот это цветонос. А там вот растет пасынок, то есть сам по себе не в пазухе листочка, а на цветоносе. Я вот впервые такое вижу чудо. Вот. Вот остается дождаться, пока этот пасынок еще больше подрастет, снять его вместе с цветоносом и укоренить. И вот этот пасынок, здесь 99%, что он повторит материнское цветение. То есть вообще химеры, когда мы размножаем пасынками, повторяемость цветения 80%. А когда мы размножаем химеры цветоносом, то 99% будет повторяемость цветения. Так вот, вот этот пасынок, который вырос сам по себе на цветоносе, это, можно сказать, пасынок из-под цветоноса.